Сегодня приготовим очень вкусные и простые тефтели на обед либо ужин. Потребуется морковь, лук и картофель. 3 штучки. Морковь, лук и картофель натрите на крупной терке. Добавьте 300 грамм любого фарша, у меня куриный. Соль, перец, приправы по вкусу. Фарш хорошо перемешайте и отбейте. Мокрыми руками сформируйте тефтели. В небольшом количестве растительного масла обжарьте тефтели с двух сторон до золотистой корочки на большом огне. Как тефтельки обжарились, уберите в тарелочку и отложите пока в сторонку. На этом же масле обжарьте 1 столовую ложку муки. Как мука поменяет цвет, добавьте 1 стакан томатного сока. Все хорошо перемешайте и выложите в этот соус тефтели. Добавьте 100 мл воды, сушеный чесночок по вкусу. Накройте и томите на медленном огне 30-35 минут. К подаче посыпьте зеленью. Всем желаю приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.